Всем привет! Мы снова приехали на эту богатую речку мыть, собирать золото. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Ну, давайте начнем. Я взял тарелочку. Хочу посмотреть крупные самородки. Буду двигаться вот по этому руслу. Вода теплая, ходить одно удовольствие, лето. Вот тут вот она как бы растекается, река разбивается на такие ручейки. И тут вот хорошо эти камни, они послужили своего рода драгой. Посмотрите, где-то я тут видел самородки. Вот она, красота. Раз. Самородочек. Золото. Вот так вот. Надо смотреть, может быть, я пропустил где-то. Опа. Этот я не видел. Вот, надо быть внимательным. Видите, мелкое течение. И золотишечко не смылось. И оно как бы оголилось. За счет вот этого течения слабого. Надо смотреть очень внимательно, чтобы не пропустить самородок. Ну, мы сейчас покопаем. Я с собой взял инструмент, все взял. День только начался. Родные вы мои. Главное, собирайте. Тут этого золота целая куча. Ищем, ищем, ребята. Ищем, девочки. Смотрите, лежит. Красавец. Просто дожидается. Дожидается меня. Смотрим очень внимательно, не торопимся. Можно пропустить самородок так, если бежать. Эта речка очень богатая. Тут целая куча золота просто. Но в этом месте чуть-чуть поменьше. Надо будет копать, искать, мыть. Посмотрите, какой камень интересный лежит. В нем внутри золото застряло, по-моему. Необычный камушек возьму. Так, чисто для разнообразия. О! Самородочек вижу. Посмотрите, какой хороший. Вот. Лежит, дожидается меня. Красавец. Ой, красавец какой. Почти 100 грамм золота. Очень тяжелый. Вот так вот. Кто ищет, тот находит. Продолжаем искать. Вверху поселок этой реки, туда вверх, километров 35-40. А здесь вроде дикие места. Вот самородочек еще один. Красотень какая. Итого я нашел уже 5 самородков. О, посмотрите. Это, кстати, я сделал сюда. Подумал, может, мелкое золото снесет. Я сюда уже ездил. И там еще сделал такой бассейн мыть золото. Сейчас покажу. Сейчас будем мыть. Я уже тут был много раз. И половины не показывал. Я тут такие самородки поднял. Просто ужас. Вот, ребята, посмотрите. Уже 6 самородков я нашел. Начало неплохое. А сейчас давайте попробуем промыть. Я тут знаю, где золото скопилось. Уже мыл. Песочек идет. В нем, кстати, нету столько блестящего песка, как вверху, где поселок. Там поселок. Вот здесь вот он есть, но его как-то мало-мало. Он какой-то блестящий больше. Серебристый какой-то. Непонятно. Я сходил, взял сито. Хочу помыть песок, поискать крупное золото.
Мы нашли уже 6 самородков. Это мои следы, чтобы потом не говорили, я тут ходил сейчас. Вот, вот они мои находочки первые. Вот, и вот тут, видите, вот такие ручейки. Вот тут должно быть очень много золота. Надо набрать материал и промыть. О, посмотрите, кажется, я еще вижу самородочек. Да, золото есть. Значит, надо поискать. Ну, давайте наберем материал. О, посмотрите. Еще самородок. И еще вон. Во, это другое дело. Во, золотишечка как попадается. Неплохо. Значит, обязательно промыть надо, вот тут набрать. Моем, набираем. Вот и мелкое золото попадается, всякое тут. Нанесло, короче, нанесло потоками воды. Есть золото, значит, надо мыть. Разумеется. Возможно, я потеряю очень много мелкого золота. Но зато, возможно, намою самые сливки. Сейчас я вот так наберу, промою. И чтобы потом не выбирать, доработаю своим лотком золото. О, во, золотишечко лезет. Оно тут везде. Разное. Это очень хорошо. Какой-то ил непонятно. Вроде тут нет болот еще. Но уже ил собирается. Значит, туда вниз уже формируется болото. Это показывал, мы там с кошечкой лазили, собирали драгоценные камни, золото, все это мы искали. Давайте промоем вот это вот, то, что я набрал. И посмотрим, что у нас вышло. Да, тут много еще песочка. О, крупный камень. Здесь промою, где почище. Который надо теперь дорабатывать. Уже лотком промывать. Давайте посмотрим, что мы тут намыли. Если золото, золото-то есть, самородки. О, красота. Выберу самые крупные. Вот, вот эту прелесть. О, какая красота. Аж прям настроение поднимает, когда такое видишь. Чудо, чудо просто. Речушка и вправду богатая. Такой богатой речки нету на земле. Поверьте мне, только у нас. С ума сойти можно, реально с ума сойти. В прямом смысле. Ну, в хорошем, конечно, смысле с ума сходим мы от результатов. Люблю это время года, самое тепло. Я каждый день ездию, каждый день собираю золото. Чё время терять? Вот я выбрал самое-самое. Там, посмотрите, еще вон мелкое идет. Сейчас я это доработаю лоточком. О, прошла вот, видите? А там основное смыл, походу, причем очень много. Водоросли всякие. Вот такая красота. Смотрите, первый мой результат. Я уже сколько золота намыл. Килограмм получил золота. Килограмм. Просто... супер. Видите, тут килограмм будет. Возможно, все два. Я так, навскидку говорю. Сейчас я принесу лоток. А то я сюда пешочком прошел. Надо метров 50 пройти. Сюда не доедет транспорт. Не заедет. Вот видите, сквозь сито прошла крупинка. А это грамм золота. Вот так, родные мои.
маленькая крупиночка золота. И вот этот материал сюда. Его домыть надо вручную. Это очень так неудобно делать, выбирать крупиночки. Ну, сами понимаете. Основное золото мы подняли. Надеюсь, эта золотишечка не смоется. Ну, возможно, и смоется часть какая-то из вот этих камней. Они вымывают его, видите? Но это быстрее дело идет. Если что, поднимем несколько крупинок. А может, мы ничего и не смоем. Вроде пока не вижу, чтоб... Я тут чуть-чуть смыл. Одна. Пока больше не вижу. Красота! Красота! Что там говорить? Красота природы. О, посмотрите. Когда его меньше, мыть легче. Вот оно, золото наше. Золото природы. Самородочки рассыпное. Приятно. Приятно. Еще бы. Такой день чудесный. Я там видел вверху, возле поселка неподалеку, моют местные. О, еще как моют. Так что я не один, кто про это знает место. Конкретно, может, сюда никто и не проезжал, не знаю. Но моют, потихоньку люди моют. Я не один такой. Я часто натыкаюсь на старателей, говорю вам. Вот. Люди моют, ищут. Иногда меня узнают. Почти все. Так вот, ну я одну вымыл, но я слишком это так дернул. Такую типа чешую. Она легкая, чешуя вымывается. Вот, ребята, я сейчас буду продолжать. Я не буду все в один выпуск вставлять, по 30-40 минут делать. Будет продолжение. У меня еще пока заряд батареи достаточно так держится. Вот сколько золота я получил. Килограмм золота. Будет продолжение. Ссылки я буду оставлять под видео. Ну, где будет продолжение. Второй выпуск, третий там. Самый крупный самородок за сегодня найденный. Но еще только впереди все. И вот крупненькие. Прям такие они окатанные. Прям чудо. Чудо природы. Просто супер. Вот такой результат. Родные мои. Ищем. Никого не слушаем. Вы что? Что вам скажут? Что вам скажут? Недоброжелатели. Сами понимаете. Да это все туфта. Да это не надо. Да вас за задницу возьмут. Никто вас не возьмет. Я вам слово даю, у государства куча своих проблем. Им только осталось бегать за вами. Вот если вы тут трактором начнете копать незаконно ямы, и об этом узнают, тогда, конечно, вас за жопу возьмут. А так, что вы там с лоточком полазили, никто за вами не следит и никто вас не будет шугать, поверьте мне. Все, на этом конец. Обязательно подписываемся, ставим лайк. А я продолжаю. Будет сейчас продолжение, будем искать. Я только приехал, вы что? Я не собираюсь отсюда уходить, пока полный лоток не будет золота. Вот такая красота. Начало. Начало этого дня. Уже я 2 килограмма золота поднял. Просто супер. Слов нету.